Четвертое место, собака номер 13. When you analyze this dog, there's not very much wrong with him. Если оценивать эту собаку, то у него очень мало недостатков. Он сильный и крупный, с отличной головой. Глаза должны быть чуть темнее. Хороший ухо передних и очень хороший ухо задних. Сильный костяк. Различные лапы, которые не часто встретятся. В движении он показывал прекрасные широкие шаги. Но в движении периодически он припадал в передней части. На сегодня, по мнению эксперта, он немного перегружен. В любом случае, это собака очень высокого качества. Наше поздравление. Thank you.